Здравствуйте, дорогие дамы и господа, да благоволит нам Господь, с вами Джон Клюкер, Грибобас и Баба Люба. Мы идем на рыбалку во второй раз. Сегодня я хороший прикорм сварил, пшенную кашу, сдобрил анисовой, анисовая, как вот привлекает, приманка, анисовая приманка специальная покупал, сарапули. И муки еще добавил, чтобы этот корм с кормушки быстро не вымывался. По-другому еще кормушка называется фидер. Вот, мы будем рыбачить на фидер. Сейчас я покажу грибобаса. У него там снасти. Грибобас. Давай. Пошли тут, а то собака глушит. Ну кафо. Иди отсюда. Ух ты. Сейчас уйдем, где получше звук, чтобы нас было слышно. Я покажу снасти. Давай, показывай. Ну вот, удочка, это вот Бабы Люба удочка. Побольше крючок я сюда поставил. Поплывок хороший, чтобы видно ей было. И кормушки две. Вот эта кормушка, это одна кормушка. Ну, буду фидер его называть. Один фидер вот этот. И фидер вот этот я покупал. Вот. Угу. Вот этот. Ну и на этих, на кормушках по два этих поводка с крючками. Сейчас местечко выберем. В прошлый раз я там рыбачил, где это, травы много. Ага. А сейчас выберем место, чтобы травы не было, чтобы не рвать эти крючки-то. У меня был зацеп в прошлый раз. Вот. Баба Люба за нами идет, она потихонечку. Вот, а мы идем побыстрее. Тут недалеко, тут буквально. Недалеко, тут пару метров. Берег прям и деревня тут. Вон там уже видать. Да. Сейчас уже будет кама. Ее уже и видать потихоньку. Вон кама, сама река. Говорят, поднялась вода. Это может быть сброс воды сделали с это Чайковское водохранилище выше находится. Вон Ваня лодки, он рыбу ловит. Сейчас посмотрим, есть ли рыбаки. Сейчас не знаю, да, рыба клюется, нет она. Сегодня вроде бы еще ни одного дождя не было, да? Не было дождя сегодня. Сегодня у нас какое число? 17-е. 17-е. Сейчас местное время. 8 часов 5 минут. Мы находимся в Удмуртии, в деревне, в Сарапульском районе. Тоже там, видимо, рыбачат на лодке, потихонечку едут. Угу. Сейчас я покажу их поближе. А вон еще две лодки. Вон еще одна. Может, тоже блеснят, скорее всего. Тут частенько, я смотрю, этим занимается. Вот так, на медленном ходу, короче. Ездит, блеснят, видимо. Вон там еще лодку одну я увидел. Да, я тут вижу мотоцикл. Наверное, мужчина тут, мы тут тогда приходили, показывали. Наверное, тот мужчина рыбачит, который поймал тогда лещей, подлещиков. Возможно, он, а возможно, нет. Вот такая тут лестница есть. Сделали. Ей уже, наверное, года 3 этой лестнице, а может и больше даже. Не, вода вроде не сильно поднялась, да? Угу. Что-то такая интересная вода, такая гладь, да? Джон, сейчас буквально рыба идет, на берегу рыба будет искать. А, вон там, рыбочки, там вот то место так и занято. Там занято. Там постоянно, я смотрю, сидят. Будем самой. Что-то резкость немного похуже стала. Первый заброс сначала. Мы сначала сделали Бабе Любе все. Где-то у меня поплывок-то найти надо. Вот так, так.
пока не клюет. Это моя снасть. Это грибобаса. Так, ну ладно, мне надо следить за поклевкой, чтобы не прозевать ее, пока выключаю камеру. Грибобас открыл сегодняшнюю рыбалку. Это мне грибобас. Отлично. Он поймал окуня. Надо же, молодец, повезло. Отлично, тебе, спасибо, повезло. Да, твой грибобас. Спасибо, Джон. Так твой... ты же не рыбобас, ты же грибобас. Да. Ты не путай это понятие. Это. Понял. Ты тогда уже говори, на то-то я и рыбобас. На то я и рыбобас. У меня еще пока что-то вот вначале закинуло, в общем, было такие две поклевочки, а сейчас тишина странная. Сейчас я буду грибобасу закидывать. Перезакинул второй раз. Ну, когда вытащил, не было червей на крючках. Была ракушка одна зацепилась. И палочка там еще какая-то цепанулась. Прикорм был в кормушке, ну не вымылся нормально, не вымывается быстро. Так, грибобас отнес бабе Любе свеженького червячка. Баба Люба вроде бы там клюет. Грибобас очень довольный, что поймал окуня. О, на нос мне комар сел. Ай. Сейчас немножко понаблюдаем, может быть, запечатлеется кадр, как клюет. Кстати, у окунек у грибобаса хорошо клевал, но он клевал, потом перестал, я все-таки вытащил. Ну, подсек на всякий случай, он уже там сидел. Что ты говоришь, грибобас? Не могу доску найти. А, доску, чтобы присесть? Сафанов много, но все грязно. Сейчас там я посмотрю, подожди-ка. Сейчас я посмотрю. Так, а сейчас тепло, ты можешь камушки, камушек какой-нибудь чистый. Хорошо. Да, комарики начинаются. Ну, полчасика буду ждать. Через полчасика надо будет доставать, потому что больше смысла нету ждать. Надо уже менять червя. Ну, где-то в полчаса, ну, вот период где-то полчаса, вот поклевка обязательно должна... Ну, или ты просмотришь эту поклевку, или она должна клюнуть рыба. Через полчаса надо всяко менять червя уже. Грибобас в поисках седалища тоже захотел присесть. Он себе сиденье сделал уже вон. Сейчас, все, погоди, сейчас. Смотри. А, радуга, типа радуги. Интересная, да? Красиво. Типа какая-то радуга такая интересная, да? Ну не, это не радуга, но похоже на радугу. Вам покажу, еще там какой-то рыбак на лодке. Кусаться начали комарики потихоньку. О, грибовас нашел какую-то тарелку. Сейчас будет сидеть на ней. Сейчас посмотрим. Сейчас сядет, как он на нее. Ну, присаживайся, грибобас. Мы посмотрим, как ты. Ух ты. Было бы
Сегодня ты стал рыбобасом. Че, комар попал? А? Комар попал? Ага. О, была рыба. Там где? Да, пока поклевочек нету. Пока нету. Все равно, что? Как-то немножко так побалтывается, но это от волн может быть. Хотя волны такие почти нету. Поклевки они резкие такие, дергаются. Видно, что рыба клюет когда. Бубаса была поклевка. Я не знаю, может уже подсекать, прям аж колокольчик звенел. Алло. Может уже сидит там. Давай еще подожди немножко. Может опять окунь? Ну, подожди пару минут и подсекай, и это, вытаскивай, потому что там червей, наверное, обожали. Давай, грибобас, подсекай, вытаскивай. Давай, с Богом. Ну пока червей туда посади. Ага, сейчас. Дорогие зрители, местное время 8 минут 11. Мы идем с рыбалки. Баба Люба вон тащит там что-то. Сидение, да? Только поймал грибобас одну рыбку, окунь и все. Там двое рыбаков осталось на берегу. Вот такая рыбалка, отдых получился. Грибобас, иди, я тебе покажу. Грибобас, стой. Стою. А, кстати, ты пакет взял с рыбой? Да, у рыбы. А, понятно, понятно. Кто занимался? Не поймал одну рыбу. А, не, она же не поймала, ты что? Нет, в тот раз. Ты смотри, об забор этот леску не порви. А, хорошо. Ладно. Так. Будем бегать сюда. Надо еще сходить попробовать с утра порыбачить, да? Ага, сходим как-нибудь. И резинку я все так и не надо будет сделать. На резинку порыбачить. Ага, хорошо. Где-то часа в 3-4 светает, и вот так нормально будет. Все, спасибо за внимание. Всем всего доброго. Это была рыбалка номер 2. Окуня поймали одного.